Ну вот, сделал такой проход, потому что тачка тут рабочая. Посмотрим, как сегодня будет. Конечно, из-за камыша этого тяжело будет поднимать. Но ничего. Попробуем. Меняем наживку. Ставлю такого рачка. Ладно, пойдем дальше. Вот он и первый окушок. Красавец. Ну все, спасибо. Результат открыт. А, окушочек. Красавец. Спасибо. Будем дальше пробовать. А до этого выход щучки был тут. Посмотрела просто на резинку и ушла. Посмотрим. Вот это называется карандаш. Ну все, плыви, спасибо. О, это уже хороший окушок, смотрите. Сейчас пару фоток сделаем и отпустим его. Вот такой грамм 200, уже 300, 200. Все, спасибо. Пробуем дальше.
Откусила. Ладно, будем вязаться. Стоял флюрокарбон 0,26. Сейчас поставил 0,46. Потому что щука откусила. Перекусила, вернее. Ну вот и взяла. Так, ладно, сейчас ее отпустим. Так. Я надеюсь, у нее все хорошо будет. Щуку отпустил. Села, блин, батарейка и не заснял это все. Но она отпущена. О, красавец. Хороший окунь. Какой. Пускаем. Спасибо. Причем уже этот лобстер или как его, рачок, он уже с одной лапкой. Ну, это уже интересно. Красавец, пузатенький. Сейчас. Ну все, спасибо, беги. Ловим дальше. Самое обидное, что это у меня последняя резина такая. Потом будем пробовать что-то другое. Как-то странно, один окунь и все с одного места. Рыба-то вроде стайная. Так, сейчас одну фотку и отпустим. Ладно, пойдем дальше. Вот такой вот матросик. Все-таки я его вымучил. Спасибо. Ну вот еще один. Спасибо. Камеру выключишь, поклевки, блин.
сожалению, батареек больше нету, это последняя. И она уже садится. Поэтому буду включать только когда поймаю что-нибудь. Шнурочек. Спасибо. Опа. Вот какой. Питаная, блин. Тише, 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 тише. Сейчас мы тебя отпустим. Ну все, спасибо. Беги.